Слушай, мы можем поговорить? Я должен кое-что тебе рассказать. Давно бы уже следовало, честно говоря. Ну, как тебе сказать? Мы почти уже в Рэдклиффе. Я ведь тебе подробно не рассказывал, откуда знаю Эрла и Амона. Я внебрачный сын короля. Моя мать прислуживала в замке Рэдклифф. Так вот, он это сделал потому, что... Потому что мой отец король Мэрик. Значит, Кайлан мне приходится единокровным братом, если не ошибаюсь. Дыхание Создателя, надеюсь, что нет. Я бы и сказал, но кто знал, те либо сторонились меня, либо наоборот носились как с тухлым яйцом. Даже Дункан не посылал меня в бой из-за этого. Покуда было можно, я не хотел, чтобы ты это знал. Извини. Почему бы ему не знать? Он был королю Мэрику близким другом. Потом новый эр... Так что в возрасте 10 лет мне велели собрать вещички и отправили в ближайший монастырь. Может, и знала, но не была уверена. Боялась, вдруг я все-таки сын Эрла. Нельзя ее за это винить. У меня еще так глупо это все было. Эрл потом несколько раз приезжал в монастырь проведать меня. Будем надеяться, что нет. Я сын простолюдинки и серый... И меня... Ну вот, ты все знаешь. А теперь давай просто пойдем дальше и будем делать вид, что я просто заурядный тип, которому повезло не по... О, Создатель. Пожалею я еще об этом, чует мое сердце. Я, похоже, вижу путников на дороге. Ты пришел, чтобы нам помочь? Эрла? Ты... Ты разве не знаешь? Неужели до вас еще не дошло? У нас тут такое творится. Каждую ночь из замка выходят чудовища и атакуют нас до рассвета. Мы сражаемся с ними и умираем. Ясно. Похоже, все решили, что мор... Самое подходящее время, чтобы поубивать друг друга.
просто удивительно. Здесь нет ни войска, чтобы встать на защиту, ни эрла, ни короля, чтобы выслать нам подмогу. Многие погибли, а уцелевшие ждут своей очереди. Постой. Что за чудовища на вас нападают? Я виноват, но точно и не знаю. Да и никто не знает. Я должен отвезти тебя к Банну Тегану. Кабы не он, не знаю, что бы мы делали. Наверняка он захочет с тобой повидаться. Бан Теган? Брат Эрла и Амона? Он здесь? Да, пойдемте, здесь недалеко. Томас, да? Кого же это ты привел? Могу поручиться, это не простые путники. Нет, милорд. Они только что прибыли. Я решил, что вы захотите с ними встретиться. Молодец, Томас. Приветствую вас, друзья. Я Теган, Бан Рейнсфера и брат Эрла. А я тебя помню, Бан Теган. Хотя в последнюю нашу встречу я был куда моложе и вдобавок вывалился в грязи. Вывалился в грязи? Алистер? Неужели это ты? Живой? Вот уж поистине радостная новость. Да, живой. И, кстати, немало удивлен, что вижу живым тебя. Да уж. Логейн старается убедить нас, что все серые стражи полегли вместе с моим племянником. И во многом другом. Что Логейн организованно отступил, чтобы спасти свое войско, а Кайлан полез на... Логейн называет серых стражей предателями. Итак... Ты тоже серый страж. Может быть, мы уже встречались? Твое лицо кажется... О, да, конечно. Очень, очень рад встрече с тобой. Жаль только, что при таких печальных обстоятельствах. Я так понимаю, ты хочешь увидеться с моим братом? К несчастью, это сделать не так легко. Эмон серьезно болен. Вот уж много дней из замка нет никаких известий. Нападения начались пару ночей назад. Из замка вышли... Иные зовут их ходячими мертвецами. Это разлагающиеся трупы, которые жаждут человеческой плоти. На другую ночь они напали снова. Всякий раз они возвращаются, и их становится все больше. Кайлан мертв, а Логейн развязал войну за трон, и на мои просьбы о помощи никто не откликнулся. У меня предчувствие... Это не мне решать. Хотя серые стражи вряд ли справятся с Логейном без поддержки Эрла и Амона. Как это бессмысленно, помогать этим селянам в безнадежном бою. Будто нам не хватило других сражений. Благодарю вас, Том. Слушаюсь, милорд. Теперь можешь обсудить с ними приготовление к грит... Хорошо. Я так боюсь. Простите, я вас потревожила? Я постараюсь потише. Эти твари утащили маму. Я даже не знаю, что с ней стало. Слышала только, как она кричала. Кричала и кричала. Как ужасно. Бедняжка. А теперь еще и Белин. Мой брат. Правда? Тише, девочка. Хочешь, чтобы дети тебя услышали? Но ведь скоро стемнеет. Чудище вернутся, а мы сидим тут и... Ты серый страж. Мой муж и сын отправились туда, что... Да. Ты слышал обо мне? Идет война. У нас нет выбора. Мама, я боюсь. Когда придут... Помолимся. Ты чужой для нас. И все же ты защищаешь. Я... Позволь. Какой же ужас. Да. Они с ужасом ждут нынешней ночи, и я боюсь, что эти... Да храни... Но я хочу домой. Где папа? Почему нам нельзя пойти домой? Я ведь тебе уже сказала. Папа, мама...
ходячий труп. Может... Видишь ли, народу у нас маловато. А их с каждой ночью становится все больше и больше. Конечно, они берут убитых и... Ну что, еще одна обреченная душа пришла печаль залить? Если вы пришли выпить, то это к Ллойду. Краники он тут у нас отворачивает. А я здесь так, чтобы мальчики не передрались. Какое там дело? Солдат из замка больше нет. Заходят одни местные. А они все в ополчении, и денег у них не водится. Есть тут пара ребят, у которых водится монета. Но ведь этого мало, чтобы возместить труды. Ллойд и вовсе жирная свинья. И если б мне так не нужна была эта работа... Ой, я вам правда нравлюсь? Это очень мило с вашей стороны. Спасибо. Я туда попозже приду. Вот как Ллойд у себя запрется, сразу пойду в церковь. А вы... Сражаетесь сегодня ночью, да? Это обнадеживает. Я не знала. Да немного. Очень уж он тихий. Говорит, будто имя его Бервик. И он тут дожидается брата, но только я думаю, что он врет. Какой-то он странный. Берегите себя. Гляжу, Ллойдово разбавленное пойло вас не смутило? Какое там дело? Есть тут пара ребят, у которых водится монета. Но ведь этого мало. Да он меня лапает все время и не платит почти ничего. Но могло быть и хуже. Выбор-то у меня не ахти какой. Нет-нет, так только хуже будет. Очень мило с вашей стороны, но лучше не надо. О, это я бы с радостью. Поговорим после сегодняшней битвы. Если уцелеем, конечно. Берегите себя. Здравствуйте, здравствуйте. Мы как в последнее время приезжих у нас немного. Вся эта ерунда вредит делам. Бьюсь об заклад, в уже стор... Пожалуйста. Да-да. И что Ллойд вам может предложить? Ллойд! Ну так зачем же ты явился в деревню? Сейчас, во время войны, на дорогах небезопасно. А-а-а! Чем еще могу помочь? Хорошо, только скорее. Чем еще могу помочь? Хорошо, только скорее. А зачем? Что толку гибнуть вместе с остальными? Если скажете, что я трус, отрицать? Но Бантеган сказал, что мы не обязаны. Он сказал... Ай, ладно. Хорошо. Я пойду воевать. Но чтобы, когда я вернусь, тут был порядок. Не хочу, чтобы в мое отсутствие тут все почистили. Чертовы!
Я не ищу общества. Что? Откуда вы знаете? Да, меня так зовут, и что? Я... Да нет же. Просто не понимаю, откуда вы узнали мое имя. Вот и все. Жду кого? А, да мы собирались здесь встретиться, а потом напали твари из замка, и я здесь застрял. Мне сказали, что я не обязан. Я остаюсь на ночь в церкви, а сюда пришел, чтобы побыть одному. Вот. Я вас не знаю и знакомиться не хочу. Я не... То есть мне сказали, что... В смысле, оставьте меня в покое. О чем? И вообще, если вы серый страж, это еще не дает вам права угрожать всем направо и налево. Я случайно подслушал, вот и все. Если позволите, я хочу дойти до церкви, пока не зашло солнце. Ладно, ладно, все сейчас расскажу. Только не трогайте меня. Если бы я знал, что здесь будет, то просил бы больше. Меня наняли наблюдать за замком и сообщать, если что-то произойдет. Но мне ничего не говорили о тварях. Я даже ничего сообщить не успел, когда это началось. И вот я застрял в этой дыре, точно так же, как и вы, честно. Высокий такой тип, забыл его имя. Он сказал, что работает на Хоу, на Эрла Рэндона Хоу. О, это важный человек. Правая рука Тейрна Лагейна. Так что я ничего плохого не сделал. Просто за всем происходящим сообщить я успел только то, что Эрл заболел, а потом из замка повалили твари. Я не знаю ничего о тварях. Когда Эрл заболел, я испугался, что подумают на меня. Но клянусь, я ни о чем не подозревал. Меня послали наблюдать, и я наблюдал. Может быть, они были в курсе, что Эрл болен? Не знаю. Вот, видите письмо? Там все наставления и тому подобное. Берите и делайте с ним что хотите. Я просто думал, что служу королю. Да еще чуток подрабатываю на стороне. Вы должны мне поверить. Нет, я не хочу умирать. Защищайся. Выходит, ты серый страж. А я слышал, что вы все погибли вместе с королем. Нужно срочно чинить оружие и доспехи. У нас этого добра и так не хватает. Как бы половине не пришлось драться. Оуэн единственный кузнец, кто мог бы с этим справиться. Но этот дурень упрямый даже не желает с нами разговаривать. Если мы хотим как следует подготовиться к нынешней ночи, нам без этого своенравного ублюдка никак... Таких, чтобы засветло управились, нет. Да и не хотелось бы мне проверять их работу в бою.
Были бы другие кузнецы, думаешь, я к ним не обратился бы? У нас каждый боец на счету. А уж такой ветеран, как Двин, был бы на вес золота. Вот только он наотрез отказался выходить в бой. Он торговец, гном. Живет возле озера. Заперся в доме с парой своих подмастерьев и говорит, что мы ему вовсе не нужны. Нам бы пригодился боец с его опытом. Но он не хочет выходить из дома. Ты прав. Будем надеяться, что увидим утро. Скажи, что мы смотрели в оба. А то ведь налетят. Пока солнце не село. С них станется. Хорошо, сэр. А что нам делать, пока не... Как скажешь. Да убирайся же, наконец. Оставь меня в покое. Будь ты проклят. Ты за... А? Кто там? Чего тебе надо? Ладно. Сейчас. Только ломать ничего не надо. Отлично. Создатель, сохрани. Что за вонь? Как будто у кого-то пиво убежало. Кто-то долго-долго пил. Ну вот, я открыл. Если ты пришел избить несчастного старика, Мэрдок мне... Дочка моя, Валена, в служанках у... Почему же и нет? Да что ты? Ха, ты даже, похоже, веришь, что у тебя получится. Ну-ну. Слушай, если хочешь, чтобы я что-нибудь чинил Мэрдоку, сходи в замок и найди мою дочь. Все. Лучше тогда знать, чем вот так вот помереть в неведении. Если поищешь Валену, то... Не... Слушай, козявка, ты и так уже о многом просишь. Мне нужно обещание, что поищешь и что приведешь ее сюда, если сможешь. Так ведь рано или поздно захотят пойти за Эрлом и Эрлессой. Вот тогда-то ты пойдешь в замок и приведешь мою Валену. Тогда нам больше и говорить не о чем. Буду дальше пить и ждать. Может, оставим его, а? Это же просто несчастный пьяный ста... Если уж так приперло меня зарезать, валяй, не стесняйся. Это все ж побыстрее, чем сдохнуть от пьянки или в лапах у чудищ. А что насчет дочери? Ты же уже сказал, что не поможешь. Не, так дело не пойдет. Мэрдок все то же самое говорит. Мне нужно обещание. При... Какая прелесть. Может, начнем еще кошечек с деревьев? Тогда... Ха, я... Чёртов! Я пошлю одного из своих сказать Бану Тегану, что ополчение готово к бою. Сделаем все, что в наших силах. Будем драться, пока сил хватит. А сил у нас немало. Он со своими людьми... Ты...
Я это сделаю. Начали! Уходи! Это не... Это мой дом! Мой! Слышите? А откуда вы знаете, как меня зовут? Она вас прислала меня в церковь отвезти? Не надо, я ненавижу это... Может и будет. Я не хочу отчаиваться. Я смелый. Я хочу быть героем. Вот возьму и буду сражаться. Нет. Я просто услышал, что вы идете и... Ну вот, я вышел. Вы меня убивать не будете? Я пойду обратно в церковь, если хотите. Да я просто... Больше не хотел сидеть в церкви. Там же все трясутся от страха. Я хочу быть смелым. Да, сэр. Спасибо, сэр. Итак, давай-ка я перейду сразу к делу. Ты ведь была монахиней? Ну и ты ведь наверняка был монахом до того, как стал... храмовником. На самом деле я так и не стал храмовником. Меня взяли в серые стражи до того, как я дал свои последние обеты. Ты когда-нибудь жалел о том, что покинул церковь? Нет, никогда. А ты? Да, жалела. Ты можешь этому не поверить. Но я нашла там покой. Тот самый покой, которого никогда не знала. В нашем монастыре обычно было так тихо, что я начинал вопить во все горло и вопил, пока не прибегал кто-нибудь из братьев. Тогда я говорил, что это просто про... Морриган, мне бы хотелось узнать, веришь ли ты в Создателя? Конечно, нет. Мне не свойственен примитивный страх перед Луной, а потому не приходится верить в сказки, чтобы спать по ночам. Но ведь невозможно, чтобы мир существовал только по воле случая. Духи, магия, все эти чудеса, которые окружают... Привет тебе. Должен признаться, я даже не знаю, как следует к тебе обращаться. Уместно ли... Я сэр П... Кабы меня не пос... Ну да ладно. Теперь, когда нам помогает Серый Страж, может, еще и не все потеряно. У нас хорошие доспехи. Может, с другой стороны, не знаю, чем ты... У меня даже на душе потеплело. Как будет тебе угодно, Сер. Из замка невесточки.
рыцари Рэдклиффа готовы драться под твоей командой. До заката еще есть время. Если тебе нужно поговорить с Мэрдоком или что-то еще сделать. Тогда удачи тебе, и пусть взор Создателя не отвратится от нас.
побеждает, а мы еще живы. Мы победили! И хотя... Благодарю вас, уважаемый сэр. Воистину милостив был Создатель, послав нам вас в такой тяжелый... Давайте... Да узрят они Создателя. Да пребудет вечно с ними. С милостью Создателя. Будь... Итак... Признаться, я и не думала, что мы оба выживем. Рада, что ты уцелел. Что могу вам предложить? Тогда удачи вам. Что могу вам предложить? Тогда удачи вам. Не знаю, как я... Должен вас поблагодарить, наверное. Меня здесь теперь уважают. Если бы вы не подтолкнули, я бы туда не пошел. Пожалуй, да. Слушайте, пусть будет у вас. Вдруг и вас спасет когда-нибудь. Да, и это. Не говорите никому, что я вам что-то дал за так. А то это как... Что могу вам предложить? Тогда удачи вам!